Инструктаж должен покрывать каждый аспект работы. Карманная карта должна служить контрольным списком, чтобы помочь ведущему инструктаж охватить все темы. Инструктаж должен проводиться до и во время работы, а также по ее окончании. Прежде всего, каждый должен знать цель работы, для чего она проводится. Должны быть намечены план работы и применяемые методы, а при обсуждении особенностей рабочего места должны быть учтены все факторы риска. Вам также необходимо внести собственное предложение на основе ранее выполненных работ и прошлого опыта. Их следует отметить и обсудить. Во время инструктажа каждый возможный риск должен быть оценен. Каждый должен знать свои индивидуальные функции и обязанности. Если кто-то в чем-то не уверен, пусть уточнится. Каждый должен принимать участие в обсуждениях. Обсуждение условий работы включает в себя состояние моря и погоды, проводимые поблизости работы, которые могут вам помешать, и самые безопасные способы попасть на рабочее место и покинуть его. В допуске к работе будет указана информация о необходимых средствах личной защиты, инструментах, материалах, прочем оборудовании и необходимой изоляции. Сам инструктаж – это пример общения между всеми участниками, которое должно постоянно поддерживаться. Стоит подчеркнуть, что каждый, у кого есть вопросы или беспокойства, должен выражать их на любой стадии. Подготовлены ли вы?